Доброго времени суток. Возвращаемся в игру. Хорошо, что ты здесь. Ты должен помочь. Что ты делаешь здесь? Со мной следит стража. Они всегда начек. Не думаю, что мне будет легко. Что это на тебе за одежда? Я купил ее у торговца за городом. Также не стоит никому говорить. Это имеет смысл. Я тоже так думаю. Но даже хотя я снял свой старый наряд, и у меня большие планы. Какие планы? Здесь многое переменилось с тех пор, как я покинул их. В чем проблема? Я должен попасть в век, но я не гражданин. То есть ты хочешь, чтобы я одолжил тебе... Чушь. У меня есть золото. Ты должен забрать мое золото там, где оно... Ладно, я помогу. Прекрасно. Слушай внимательно. Когда барьер еще был на месте, я спрятал... Это было довольно давно, а сейчас мне очень... Если вкратце, ты должен пойти... Откуда у тебя это золото? Я что, единственный, что ли, кто откладывал золото для себя вдаль? Украсть несколько кусков руды было легче легкого. Все были так сосредоточены на руде, что на золото... Что ты собираешься делать? Я хочу свести счеты с одним из торговцев в верхнем квартале. А затем я буду готов начать новую карьеру. Где спрятано это золото? Прямо на торговой площади, над заброшенной шахтой. Обойдись без комментариев. Я и сам помню, что мы проходили мимо. Просто принеси мне... Но проверь, чтобы это был тот самый кошелек. Как я опознаю его? Он полон золота. Доверху. Я попытаюсь найти твой... Сделай это. Этого... Я нашел твой... Отлично. Очень хорошо. Пусть Гербранд теперь... Послушай, я все еще... Я хочу, чтобы ты отнес это письмо Гербранду. Передай ему привет от меня. Диего оказался не так прост, как мы о нем могли думать. Этот мерзкий Гербранд не так уж и просто получил свой дом. Но скоро мы передадим обещание Диего покрошить его в капусту. Но пока еще раннее утро. Пусть пока что поспит спокойненько последний раз в своем роскошном особняке. Я принес тебе новости от Гаронда. Вот, он начерт... Наша ситуация хуже, чем я опасался. Но доложи мне о ситуации. Паладины заперты в замке долины рудников, окруженным орками. Они потеряли много людей в старать. И должен добавить, без помощи изв... Я должен найти способ спасти эту экспедицию. Ты много... Мне неинтересна его благодарность. Мне нужен его глаз. Да, конечно. Я держу свое слово. Поговори с Пирокаром, высшим магом огня, и покажи ему это письмо. И еще одно, прежде чем ты уйдешь. Возьми эту руну в знак моей благодарности. Как... Я должен найти способ. Мы должны... Возможно, глаз Иноса может спасти нас всех. Получили долгожданное разрешение.
слышал, ты был с паладинами в долине рудников. Я восхищен. Тебе стоит задержаться и взглянуть на мои товары. Покажи мне. С удовольствием, преподобный брат. Эликсир ловкости пригодится. Пара мензурок, ну и зелья, конечно. Что тебе здесь нужно? Уходи! Так, Лютеро спит, но попробуем выманить его. Нужно вот так вот нашуметь. Что тебе здесь нужно? Уходи! Так. Он увидел нас. Бежит, бежит, бежит. Умный мальчик. Очень хорошо. У меня есть особенные когти снеппера для тебя. Мой клиент будет счастлив. У меня нет этого рунного камня с собой. По пути от города к таверне ты пойдешь под мостом. Там, в пещере, мой друг спрятал сундук. Покажи мне сундук. Дорогие книги. Даже не знаю, покупать пока или нет. Впрочем, куплю одну книгу. Что тебе здесь нужно? Уходи. Умный мальчик. Подожди минутку. Покажи. И тут же продам, чтобы вернуть хотя бы часть золота. Малую часть, но все же. Хотя ладно, пока оставлю. Да, кому интересен текст. Сможете прочитать на паузе. Вот. На 5% улучшили шанс критического удара. А кто помнит, я прокачивал в первой главе, там, в начальных сериях, двуручное оружие до 28%, учитывая все скрижали, это плюс 20%. Вот эту книгу, а также бонус за молитву за паладинов от Серджио. Это в монастыре мы молились по квесту. Что тебе нужно здесь? Будет ровно 55%, после чего я куплю посох Тайфун, который добавляет еще 5%. Ну давай же, Гербрант. Что тебе нужно здесь? Есть, подошел. Диего передает тебе привет. Что? Кто? Какой Диего? Он попросил меня вручить тебе. Этого не может быть. Мне конец. Он что уже? В городе? Кто? Диего, конечно же. Да, я должен скоро встретиться. Это конец. Все пропало. У меня нет времени. Мне нужно уходить отсюда. Быстро! Подожди минутку. Есть новость? Что это все значит? Ты издеваешься надо мной? Ты и твой приятель Диего уж оставь меня в бок. Он уходит в самый бедный квартал. В порт.
портовый район, в трущобы. Ну так вот, с посохом Тайфун будет ровно 60%, это мастер, так как я все-таки вызыватель, буду сражаться вместе со своей армией вызванных существ. Я доставил твое... Очень хорошо. Как Гербран? Он был в шоке и моментально исчез куда-то. Я так и думал. Боюсь, правда, что в первую очередь мне придется заняться обстановкой моего нового... Значит, это теперь твой дом? Да, от погреба до чердака. Я столько лет провел в невыносимых условиях... И теперь мечтаю, а потом на завтрак, и я буду есть при... Да, ты своего не упустишь. Точно. Как тебе удалось провернуть? Ты думаешь, Гербранд заработал? Конечно. Он никогда не морал руки, когда доходил. А на моей совести тогда много чего было. Гербранд, в конце концов, решил избавиться. Ты никогда не говорил мне об этом. А ты никогда и не спрашивал. Что насчет Гербранда? Он наслаждался беззаботной жизнью. Он жил здесь, купаясь в роскоши. Понятия не имею, куда он сбежал отсюда, но он больше не осмелился. Если ты ищешь его, попробуй пошарить. Что насчет моей доли? Похоже, ты ничего не забыл из того, чему я учил тебя. Но ты прав. У меня ничего бы не вышло. Как дела? Паршиво. Почему никто не сказал мне, что Харини за это время... Понятия не имею. Я знаю этот город только таки. Ты бы видел его несколько лет назад. Диего отвалил нам 500 монет. Очень неплохо. Так, руна Хагена крайне полезна. Не придется больше постоянно бегать сюда пешком. Первый раз слышу. Покажи. Я приношу из... Так, ну, меня интересуют только яблоки. Знал, что это будет проблема. Я бы сделал это по-другому. Слышал что-нибудь интересное? Весь город только и говорит об этом. Ты помнишь Лотара, паладина? Может быть. Так вот, он мертв. Убит прямо на улице. В этом подозревает наемник. Узнали новость. Этот напыщенный Лотар убит на улице. Как обстановка? Если орки действительно решатся напасть, в гавани стоит только... А нет другого способа? Нет. Покажи. Но здесь новые луки. Вообще мы насобирали очень много больших этих грибов. Пища рудокопа. Имеет смысл сдать их, мы же все-таки являемся подмастерьем алхимика. В чем опять ты? Каким ли... Есть несколько. Покажи. Так, это все уже у нас есть. Вот луговые горцы пригодятся. Царский щавель. Возьму лучше его, что деньги внезапно начали кончаться.
Так, закупился у Константина. Больше ничего не нужно, в общем-то. Разве что. Огненные травы. Куплю несколько штук. Тебе нужно... Почему? Даже несмотря на то, что... Я принес несколько... Ах, это лучшие грибы, отлично. Вот твоё... А вот еще другие. Эти не так хороши, как черные грибы, но я все равно возьму. Покажи. Случайно отдал черных грибов, впрочем. Ничего не потерял, покупается за такую же цену, за какую и отдали. И заработали целых 2000. Но Аданас увидел, что добро пожаловать в кольцо, теперь не равны. И предложил Иносу лишить человека. Я доставил твое сообщение. Прими мою благодарность. Возьмем царский щавель. Кольца послали меня к тебе. Хорошо. Я ждал тебя. Я отправлю тебя через портал, чтобы ты присоединился к остальным магам воды. Ты должен выследить бывшего рудного барона Ворона и узнать, с какой целью, а мы останемся здесь. И передай это письмо Сатурусу. Отныне он будет давать тебе... Да пребудет с тобой Аданас! Получили одобрение Ватроса. Покажу его содержимое несколько позже, когда буду сдавать это письмо Сатурусу. Украли ключ Пабло. Не помню точно, от какой именно башни он. Меня записано, но... Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Не хочется доставать эти бумаги. Да. Помнил, что именно из одной от этих башен. Для одной из этих башен, правильнее будет сказать. Дай мне. Мне. Но эти места уже почти не нужны нам. Так, хочу все-таки попробовать еще раз отобрать ключ. Так, кстати, а где Пэк?
Но, конечно, кажется, в третьей главе он возвращается наконец-таки на службу. Эй! Вот твое кольцо. Замечательно. Я боялся, что ты его потерял. Есть новость? Можно сказать и так. Паладины арестовали Беннета, нашего кузнеца. Как это случилось? Беннет пришел в город за покупками. Но вернуться ему было... Если хочешь узнать больше, расспроси Ходжеса. Он был в городе... Есть новость? Его увели в казармы и бросили там за решетку. Как нам вызволить его? Пока у меня нет никаких идей. Я не могу пробрать. Все, что мне остается, это держать ушки на мах. Беннета посадили в тюрягу. Расскажи. Создание магическое. Это очень... Не помню, появляются ли у Карагона яблоки. Кажется, нет. Так, пророчество заодно получим. Ты можешь? Да, время ушло. Сколько? За какие-то 250. Расскажи. Хорошо. Должен пробиться. Это суждено только тебе. Сквозь огонь и снег, сквозь лед и пламя, люди в странных доспехах, болото, ящеры, они ждут тебя. Это все. Больше я... Что насчет Беннета, кузнец? Ты имеешь в виду этого наемника? Он сидит за решеткой, где ему самое место. Могу я поговорить? Конечно. Но если ты попытаешься... Далеко он стоит. Так, кажется, нас никто не ругает за то, что мы открыли решетку. Как ты попал за решетку? Эти свиньи схватили меня и бросили сюда. Но я не делал этого. Они хотят оклеветать. Зачем бы им это? Откуда мне знать? Ты должен вытащить меня. Поговори с лордом Хагеном. Проломи стену. Ну, я не знаю, но сделай же. Что произошло? Я пошел в нижнюю часть города с Ходжесом, чтобы купить кое-что для наших. Неожиданно мы услышали громкий крик и звук топ... Давай, где? Мы сразу поняли, что-то случилось. И нас тут же схватили, и мы побежали. А затем, когда до городских ворот оставалось уже совсем немного, я споткнулся. А дальше все просто. Стражники тут же накинулись на... Кто был убит? Понятия не имею. Один из паладин... Ты знаешь имя? Какой-то Лотар, по-моему. Ну, я не знаю, я не... Тебе лучше спросить лорда Хагена. Ему известны... У них есть доказательства против тебя? Говорят, есть свидетель, который опоз... Ты знаешь, кто этот свидетель? Нет, я знаю только, что он лжет. Кто ведет расследование? Сам лорд Хаген. Так как был убит один из паладинов... Это дело... Что это означает? Это легко предположить. Если меня не вытащить отсюда, то я буду повешен... Ты должен помочь мне, или начнет... Ты сам понимаешь, что это...
Так, ладно, Беннет. Посиди пока. Здесь есть крайне неприятный баг. Именно в этом месте. Сейчас мы будем обшаривать поверженного Фернандо, и если нас кто-нибудь заметит, то примут за вора, но никто не заметил. Повезло. Моя голова. Ты одержим. Уходи. Уходи немедленно. Да, начиная с третьей главы будут вплоть до пятой появляться одержимые люди. Слушайте, жители Хариниса, по прямому указанию достопочтимого лорда Хагена сегодня вступает в силу следующий декрет. Кузнец-наемник Беннет, вероломно убивший паладина Латара, объявляется проклятым от имени Иноса. Он приговорен к смерти через повешение. Приговор будет приведен в исполнение в ближайшие дни. Беннета уже вовсю судят. А у всех одержимых есть вот такой альманах. Да, читать его опасно. Мы теперь тоже стали одержимыми, чувствуем удушье. Но зато можно увидеть список всех одержимых людей. Сейчас в третьей главе их четверо. Вино, Фернандо, Малок, Бромор. Также мы можем стать одержимыми, если слишком часто будем, не помню точно сколько раз, раза три или четыре нас остановит ищущий, вот с этим красным свечением. А одержимые тоже входят в это число. Покажи. Им не стоило допускать, чтобы все дошло так далеко. Теперь вот один из наемников убил паладина. Что-то подобное обязательно должно было случиться. Ты хочешь сказать? Это ужасно. Ладно, не говори мне об этом. Покажи мне. Да, эликсир духа. Совсем что-то мало денег осталось. Ладно, не говори мне об этом. Я не верю в это. Совсем жизнь перестала. Если бы я не видела это собственными глазами, как это типично для него, правда?
Да и продавать-то особо нечего. Как интересно. Ты хочешь сказать? Я видела это сама. Я всегда... Все будет только хуже. Я слышала другое. Так, попробую еще раз. Все-таки. С помощью кольца ловкости выкрасть зелье, но все-таки, по-моему, нужно 40 ловкости. 2 единичек не хватает пока что. А, кстати, чуть не забыл. Как раз ведь было, да, 2 гоблинские ягоды. Но теперь должно все сработать. Да, получилось. Я не верю в это. Зелье ускорения выкрали. Я ей больше ничего не скажу. Но это ужасно. Покажи. Для меня большая честь. Я делаю это сама. Покажи. Выбирай. Мне ну как зна. Так, ну, узнали все новости. В Харинисе. Навещу только еще одного. Я ощущаю внутреннюю тревогу. Да, и выглядишь ты бледно. Все, что я могу, это вылечить твое тело. Но только монастырь может очистить твою душу. Ты мой... Адан. Чем грозит одержимость? Да только тем, что когда мы пытаемся поспать, да, вот кошмары помешали вам отдохнуть, и во время сна не восстанавливается ни жизни, ни мана, вот как вы заметили, сколько маны было, столько и осталось. Давно не заглядывал к безумному Игнацу. Не помню, что у него есть. Покажи мне из новинок. Ну, впрочем, ничего серьезного. Ой, купил случайно свиток. Превращение в волка. Гербранд нашел уже себе подругу.
Воровать ключ рискованно, но сейчас получим. В драке. Мы видим тебя, червь. Тебе не скрыться от нас. Покажи ему, где раки зимуют. Покажи ему, где задай раки ему. Зимуют. Задай ему. Задай ему. Задай ему. Задай ему. Покажи задай ему, где раки зимуют. Неплохо. Здесь, как видите, никакого бага с воровством. Такая вот личный кабинет Бромара. Эй! Ты одержим! Что? О чем это ты? Убирайся отсюда! Так, ну... На этом пока все. Закончили обход Хариниса. В следующей части... Направимся по пути в монастырь. Пришла пора представить наши полномочия на глаз Иноса. Ты мог? Ну, оставайтесь с нами. Ему нельзя доверять. Увидимся.